Ну что, будем сами веселиться? Ну что там, Вик, интересного? Так, я тебя папарацци. Все в магните, все в магните. Ну, я экономический комитет. Как оно у вас правильно называется, так все дела? Здесь у нас палеоисторические сувениры. Палеоисторические сувениры. Палео. Сами делаем из костей. На подарок Питер. Да, да, мне любимому надо подарок же сделать. Я думаю, вот если любимому, то вот такие вещи, как бы они, конечно, не он носить не будет. Ну, типа, видишь, так. Тут машина новая, то ли инструменты в машину купить, то ли вот магнит купить, да. Просто на холодильник повесить. Не, а можно, знаете, вот какая штука есть замечательная. Я, наверное, вот коловрат, вот такой вот, а вот подвеска коловрат. Я вот себе машину повесил. А, машину? Да, да. У меня висит, у меня висит дракон. А коловрат там что там было написано? Коловрат? Где? Вот коловрат. Вот здесь можно посмотреть. Даже здесь больше значения. Значит, где? Зацепи заодно. Ну, я понял. Просто их одну продлить, чтобы они... Прости меня, да? И что он? А, есть вот избивни такие. Есть вот
Восковые фигуры, кажется, что вот-вот протянут руку для того, чтобы с вами познакомиться. Наши красивые попугаи ждут для того, чтобы поболтать с вами. Мы все очень рады вас видеть. И вам сейчас сказали, что только в 12 можно загадать желание. А ничего подобного. Только сегодня нашу бархатную ночь вы можете услышать бой наших знаменитых курантов каждый час, только сегодня. Итак, двери музея для вас открываются. Но еще чуть-чуть послушайте о программе, которая вас сегодня ожидает, потому что сотрудники музея приготовили очень много интересного, веселого и полезного для вас и очень много сюрпризов. Итак, я поздравляю вас всех с открытием музейной ночи, которая называется «Бархатный сезон музея», а в нашей городской думе до и после полуночи. Итак, спасибо вам, что вы к нам пришли сегодня в гости. Всего вам хорошего. Сегодня вы сможете посетить музей, сможете встретить в первом зале на нашей коммерческой выставке «Пернатые певцы мира». Не упускайте возможность посмотреть на нее и загадывать желание на счастье. А еще здесь вы увидите красивых больших попугаев, с которыми вы сможете поговорить, поиграть в мяч и пофотографироваться. Внимание, стоимость билета 150 рублей. Дошкольники бесплатно. На первом этаже вас ждет
выставка «Странные вещи», на которой вам предоставляется возможность не только прикоснуться к старинным предметам, но и попробовать их действий. Вам обязательно стоит попробовать. Сегодня для вас мы подготовили беспроигрышную лотерею. Для того, чтобы поучаствовать в лотерее, вам необходимо собрать не менее 3 жетонов, которые вы заработаете своими правильными ответами. Специально для вас подготовлено 3 викторины. Одна викторина на выставке «Странные вещи». В цокольном этаже вы посетите выставку «Восковые фигуры. Скандальные и знаменитые». Специально из города Санкт-Петербурга к нам приехали исторические личности, современные знаменитости и даже сам Владимир Владимирович Путин, а также Том Круз, Джек Николсон и многие другие. И здесь же ждет встреча с Бабой Егой, Белоснежкой и семью Кузьмовыми. Внимание, стоимость билета 100 рублей. Вас ждет работа сувенирного киоска компании «Легенды Сибири», где вы сможете приобрести настоящий зуб, ископаемую акулу, амулеты из кости мамонта и многое другое. А еще специально для вас проведут мастер-класс по уникальной урало-сибирской росписи. На площадке около музея для вас работает кафе. Итак, внимание, бархатный сезон, музея «Городская дума». Разрешите считать открытым. Это одно, 50.
Скажите что-нибудь приятное в музейную ночь. Вы не снимаете? Да, конечно. Благодарю, молодая. Я хочу выйти замуж. Так что все. Отправьте это куда-нибудь. В интернет. Дальше, дальше. Можно пожениться на программу? Можно и на программу давай пожениться. Кларисе. Музей. Там мне все нравилось, что там не такое. Провинциалки это все хорошие, красивые, а москвичи-то не. А теперь грацию, грацию. Ой. Вот вам грация идет. Да. Да. Девушка, где ваш принц? Принц? Да. Лена, ты слышала о моем желании? Что я хочу выйти замуж? Да. Ты всегда что говорить это громко и всем. А она должна. Почему твои члены? Твои члены, почему она должна каждый час ходить туда? Плохие были, значит, это как его магнит. Да, конечно.
это формы для изготовления ванны. Их раньше называли крепки. А почему такие длинные ручки? Потому что в печи изготавливали. В русской. В этом же месте доделаем постежку. А вот я здесь тоже нажимаю, смотрите, как я ее разрушу. Там большую сюжетку выдавливаете как-то, да? Да, она равномерно на кисть не появляется, поэтому можно делать. Вот у вас шерсть готова. Закончили вправо. Сейчас подожди.